Было побольше таких детей. Ну, я был директор детского лагеря 45 лет, сам основал лагерь. Тысячи детей подняли без помощи государства. Здесь. Это единственный лагерь в стране был православный. Здесь. Здесь. 40... А сейчас тоже у вас летом бывает лагерь, да? Ну теперь, вот когда утонуло 8 ребятишек, она вот сейчас трудно, конечно. Путин дал указание проверить лагерь. А проверять это закрывать. Некоторые регионы остались, нету лагеря нету. На нас, когда носили, еще не могут делать. Но работать абсолютно невозможно. Милицейская машина стоит день и ночь, вылавливает детей. Я ни одного ребенка против не дал. Узнать, где живут. И, как сказали из прокуратуры краевой, люди приходят под любым предлогом. Всякие гадости сказать, что дети, мальчики с девочками спят, там то другое. Но ни один родитель не пошел на это. Ну и я его расформировал. Там теперь музей для бедных лагерей, комплекс. Показать, так, что заходим, без вот помощи государства. Заходим. Отцы. Можно делать. Проходим. Вот теперь можно. Давай. А все, проходим.